Вот Володя левой рукой машет, как Путин. Такая же походка, как у Путина. Левой рукой отмахивается. Вот идет с работы. Во. О. Слава Христу. Поздно сегодня вернулся-то. Уже 7:20. Труженик, где он там работает, не знаю. Какие-то работы ведет плотницкие. Иди. Мелькнул тут. Снимаю, я тебя заждался уже. Хотел звонить, да. Что случилось? А? Да задержался на работе. Уже смотри, 7:20. Темно ночью, не надо ходить. Понятное дело. Все? Все. Ну давай. Я думаю, топить можно, не топить сегодня. Ну да. Тепло. Ты там сильно устаешь? Нет. Так тебе хоть где-то платят что-то или так ходишь? Так, отрабатываю. Ну как же, жить-то надо на счет-то. Ну мне батюшка платит. Батюшка-то платит мне. Так эта работа так к батюшке не относится. Он и знать не знает, где ты работаешь. Почему? Он же мне за отопление платит. А, за отопление. Угу. Смотри тебя, как встречают. Ты и малыш это встретил, и кошки тебя заждались. А куда ты одеваешься-то? В храм. Надо там. Храм. Кошек покормить. Ну ладно, на. Ключики привязывай, не потерять, чтобы. Такое правило у нас. Вот приходят сестры мыть, когда пол. Я хотел сказать тебе, тут в коридоре, то у нас еще один лаз в погреб, другую часть. Туда надо как-то слазить. Там что-то есть, нет? Никто ничего не опускает. Это варенье все выбрали оттуда? А там ничего и не было. Ну, не было, так ладно. А то мне казалось, там на полках много стояло одно время. Не знаю. Я даже не знаю, кто куда заглядывал туда последний раз. А туда сейчас не залезешь, пока не открутишь, наверное, этот резину. Да. Ну, сам подумай как. Один раз надо проверить, и тогда... Я сегодня только забеспокоился. А ну давай, как раз ужинать еще, придешь на плитку подготовить. Вот так. Вот так, пошел. Сейчас он пойдет. Погода такая. Это вот к храму он подойдет. Немножко снег идет, начался. Сегодня Любовь Николаевна позвонила. Фатеева, Игорева, теща. А я говорю, а что? Ну-ка, ты еще залез сюда. А, вон он, Володя, уже начал. За скоблилку взялся. Вон он что, понес сюда. Дорогу сделать.
Видишь, набрал, в сторону отвез. Игоря Третьякова, теща. А я у вашей избушки стою тут рядом. Мне нужно Евангелие, две пачки. Вот это воскресный уже результат воскресной работы. Она тут к священнику идет, у того не хватает. Отца Дионисия. Я говорю, пусть он ко мне позвонит, я ему Евангелие 300 дам сразу. Как так у него нету? Должно им быть. Вот так. Там Володя пришел, дорогу прокладывает к храму, чтобы не натоптать. Вот он где выходит. Видно. Слабенько так, но видно, потому что на улице-то темно. Вот так. Благослови, Господи. Там на улице какая-то бабка идет. Мимо пошла. В длинной юбке. Благослови ее, Господи. Вот ты сидишь и видишь, что это дает. Благословение дает. Благословляешь, заботишься. Вот он, Володя, к дверям тут. Вот он видит. Все тогда ладно.